Как бороться с манипуляторами? Нужно уметь сказать «нет». Да, человек там начнет эмоциями, может, какими-то негативными, там обижаться, ругаться, как-то вывести вас. Но с ними легко бороться, их легко, можно игнорить их, предоставлять факт, почему тебе это не, то есть ты так не будешь делать. Пару раз откажешь этим людям, пару раз дашь отпор, они от тебя отстанут. То есть это такие манипуляторы, такие люди. Легко с ними бороться. Нужно уметь просто отказывать, нужно уметь говорить нет. Нужно уметь отстаивать свою точку зрения, свое я. Нужно становиться сильнее, самому манипулировать людьми, а не так, чтобы тобой как пешкой манипулировали. Ладно, всем пока, удачи.